Падала навеки с небес вода путнику заблудшему, вклеивала память за листом лист дни календаря. В жизни что не делается, всегда делается к лучшему. Люди говорят 3 ноября в 20:00 в Доме культуры пансионата «Карагайский бор» состоится творческий вечер замечательного музыканта, поэта, автора и исполнителя песен Дмитрия Хмелева, обладателя золотой статуэтки музыкальной премии «Шансон года». Он сотрудничал с Александром Розенбаумом, Иосифом Пригожиным, Евгением Маргулисом. Его песни «Голос», «Здесь и сейчас», «Люди говорят», «Любимы тысячами россиян». Цена билета 250 рублей. Телефон для справок и бронирования билетов – 8-919-111-51-91. Пополам. Я бы позабыл тебя навсегда, но не получается. Сердце пополам.